Двое украинских военных ранены в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями. Как сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе, это произошло в районе Марьинки Донецкой области. Состояние воинов стабильное. Сегодня же в больнице умер тяжело раненый боец ВСУ 26-летний Роман Дзюбенко. 4 дня назад в районе Попасной Луганской области пуля снайпера пробила насквозь каску воина. У Романа остался полугодовалый сын. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорит о попытке самопровозглашенных властей ОРДЛО накалить ситуацию на Донбассе. Явно противоречит всем тем нашим усилиям, которые проводились в рамках минских форматов, нормандского формата. То есть это идет процесс развала або попытка развала и нормандского, и минского формата. Во-первых, мы видим, что активно начали работать и снайперы, и не только. То есть общая, на мой взгляд, общая ситуация такова, что идет процесс обострения на Донбассе.